крышу исполняет. Поехали еще раз. Замеси. Сцепление только воняет. Вот сотка на полном красиво сидит. Красиво, диагоналы. Макс, еще! Называть надо будет. Рации нет. Да, я забыл. Да, диагоналка. Ух ты, блин, жестко. Почти. Ох, и жжет же. Дети за рулем. Ох, и жгут. Не слетел? Нет. Сэм не слетел с крыши. Так, сотка тащит сотку. А еще и ребенок. Ребенок тащит сотку. Так, ну тут динамика теперь. Давай, я выберу. Есть. Красавчик. Красавчик. А кто тебя так ездить научил? Батя. Батя научил? Да. Он маньяк, да? Ребенок застеснялся.
Красавчик вытащил как, молодец. Батя, говорит, научил его ездить. Такой пейзаж у нас по периметру. Оп, опять в кадре эта легендарная машина. Давай, 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 подожди. Мужчина, откройте. Здравствуйте, вы кто, извините? Оффроуд телеканал? Да, вы сможете застрять еще хотя бы раз 14, чтобы для полной остроты ощущений. Ну давай хотя бы еще пару раз, ладно, 14 не надо. Покажи, как надо. Ой, красавчик. Как критика действует. Сейчас помылся, поехал. Конечно, земснаряд, если поближе накопал, было бы интереснее в этом году. Прошлый год был очень. Опа. Хорошо. Проехал, красавец. Уже лучше, уже лучше. Давай, давай, давай. И сюда. Да, что-то поел он в обед, видно. Макс, Макс, стой. А что ты в обед ел? Это я суперспособность. Что ты принял? Ульту. Какую ты кнопочку там нажал? Покажи. Летнюю блокировку. Да, блокировочку кнопочку. И полный привод подключил, хотя он тут не подключается, в принципе. Тут легче. Здесь легче, чем вот здесь. Я не хочу больше машину насиловать. Что, не поедешь же? Я хотел к тебе сесть. В этом МЗЦ легче, чем здесь ты проскочил. Нет, нет, нет. Все.